А я считаю, что в Египет ездить не стоит. Я тоже там была в свое время. Я понимаю, что эта страна не совсем дружественная нам. Это совершенно другое вероисповедание. Более того, я знаю, что там есть убийства православных людей и христиан. То есть общество, так сказать, накалено. И, конечно, ехать туда – это просто какое-то преступление против своей, так сказать, родины. Ну, чушь какая-то. Короче, зачем везти деньги туда, где нас не любят, грубо говоря? Зачем? Вложить ее в собственную землю. Вот меня всегда удивляет, почему люди не хотят покопаться в своем огороде, не считают это отдыхом. Надо любить свою родину, надо быть патриотом.